правовая программа «Московский патруль». С вами Мария Темникова. Почти тонну различных наркотиков изъяли полицейские в одном из гаражей в подмосковном городе Видное. Помимо склада запрещенных веществ, здесь была и небольшая лаборатория по производству синтетических наркотиков. Оперативникам удалось установить, отрава распространялась не только в Москве и Московской области, но и по всей России. Кадры спецоперации посмотрел Андрей Романов. На подъезде заезжаем в ГСК. По разбитой дороге в гаражном кооперативе на окраине подмосковного города Видное неторопливо едут два автомобиля. В одном из микроавтобусов бойцы спецназа готовятся к неожиданному визиту. Несколько секунд, и трое обитателей из захламленного гаража задержаны. Следователи и оперативники приступают к осмотру помещения. Похоже, что владельцы бокса питали тайную страсть к подсолнечному маслу и туалетной бумаге. Последняя, кстати, могла потребоваться в любой момент. Уж очень нервный род деятельности избрали задержанные. Идет оперативная съемка. Представьтесь, пожалуйста. Саид Дашук. Давайте без резких движений. Пожалуйста, руки, чтобы я видел, покажите. Стоим. Ничего запрещенного не употребляете. В данном заведении есть подозрение на употребление наркотиков. Сид. Жена мне устроила свидание, у меня сегодня день рождения. Ага, удачно мы зашли, с днем рождения у вас. У меня было ощущение, что это ваша часть розыгрыша, да? Можно. Ваши вещи? Открываем. Пожалуйста. Ваша сумочка, да? Достаем вещи, выкладываем. Давайте мы с вами сразу договоримся. Мы делаем все, что вы говорите. Да, давайте. Выкладываем. Да, конечно. Да. На машине, да? Да. Машина на парковке? Да. Пригласи администратора. Что вот это за сверточек? Это... Что это? Ничего. Показываем. С днем рождения. Ну потом подаришь. Это... Я не вижу, что это. Потом. Что, открыточка? Можете почитать? Нет, это вам. Нет, это вам надо читать. Вот это что? Шоколадка. В такой обстановке меня еще не поздравляли. Мы вам можем очень долго рассказывать, как можно все запечатать и спрятать так, что потом не найдешь. Пробуй быть? Пока нет. Достаем сумок. Хочешь спросить, запись поделиться? Обязательно. Так. Если что-то найдем, поделимся, конечно, не переживайте. А если не найдете? Просто не найдете ничего? Потом... Ну, если не найдем, так, это то значит не найдем. Радуйтесь. Угу. Конечно, такие вещи при понятых проводятся. У нас вот есть администратор, у нас есть съем. Гильдия. Угу. Ну что ж, в этот раз успели поздравить, да? С днем рождения. Это был розыгрыш. С днем рождения вас! Спасибо. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Было бы страшно, если что-нибудь с собой было. Сейчас с днем рождения.